Состоялось торжественное вручение ключей от служебных автомобилей. Транспортные средства приобретены предприятием для городского и районных отделений филиала Национальный центр экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области. Обладателями 8 новых автомобилей стали отделения Астраханского, Аршавинского, Буландынского, Зерендинского и Ерейментауского, Целиноградского районов, а также городское отделение Степногорска и областной филиал. Слова благодарности от всего нашего коллектива, от наших сотрудников. Для нас это огромный праздник, преддверие Нового года, преддверие независимости Казахстана. Но мы надеемся, что эти машины окажут нам большую помощь, содействуют в работе. Мы будем стараться. Огромное спасибо за подарок. Зеленый район, бізге көлік сыйлады. Нам подарили машину. Поздравляю коллег. Выражаем благодарность руководству. Пусть работа будет налажена и плодотворна благодаря новому автомобилю. Лаборатории городского и районных отделений филиала решают задачи государственной важности – охраны здоровья людей. Поэтому директор областного филиала Национального центра экспертизы считает, что приобретенные автомобили облегчат работу специалистам и будут использоваться во благо жителей региона. Эта машина нужна для чего? Для оперативности, которая проводится, которые не нужны для тех иных районов. То есть, если с дальних населенных пунктов, у нас, сами знаете, в районах населенных пунктов есть и 100, и 200 километров, чтобы оперативно, своевременно выполнять данные, значит, будем говорить, госзаказы и остальные заявления от физических и юридических лиц. Кроме того, в Ерейментауском, Целиноградском, Айртауском и Исильском районных отделениях филиала Национального центра экспертизы произведен текущий ремонт лаборатории. Кайырбек Тулегенов, Медет Кайыркенов, Ардақ Тілеуғабылов, Кокша Ақпарат.